Но для того, чтобы отобрать моих учеников, сначала они проходили не показ своих работ. Вот. Это меня мало интересовало. Научить рисовать можно и мартышку, понимаете? Научить мыслить так, как нужно мыслить человеку искусства, мартышку обучить невозможно. Поэтому они должны были сначала проходить у меня психологические тесты. Угу. Были вопросы. Почему вы хотите стать художником? И самое главное, что вы видите в дальнейшем себя в своей карьере? И когда там юноша или девушка писали, я хочу выставки, хочу быть известным, угу. Вот, хочу, чтобы мои работы дорого продавались, я даже не смотрел их работы. Может быть, работы и хорошие, и толковые, но само... Построение вопроса. Они ответили на вопрос так, что сразу выпадали из моей группы. Координаты. Если мальчик, там, ну и не мальчик, конечно, у меня есть и там 30-летние ребята, если писали, а я не могу жить дня без того, чтобы не рисовать. Вот тогда я начинал рассматривать работу. Вот так отбирались это. Понимаете, что такое найти себя? Ты просто-напросто должен понять, что ты не можешь без этого жить. Вот если это является твоей жизнью... Потребностью, значит, так сказать, ты должен идти по этому пути. Какой бы он сложный ни был. Путь художника очень тяжелый. Вы знаете, перед тем, как они начинали заниматься, я держал такую небольшую... лекцию, спич, как говорится. Сегодня ведь модно, так сказать, вообще внедрять слова английские. Теряем русский язык, внедряем английские. Я говорил, что вы поймите, вы сейчас выходите на очень сложный путь. Чем дальше вы продвигаетесь, чем больше вы чувствуете, что вы поняли, допустим, как изображать природу, как создавать композицию, вы двигаетесь вперед. Вы должны быть готовы к тому, что тем меньше вы нужны этому обществу. Вот. Больше уходишь в себя, да. Вы будете жить очень тяжело. Ваши работы, возможно, не будет никто никогда покупать вообще. Вы должны будете искать, как я, искать другую профессию, чтобы зарабатывать деньги. Но все равно линия должна быть одна. Вы идете, не сворачивая с этого пути. Ну и спрашивают тогда, нахрена вставать на этот путь и идти по нему? Вот. Где же награда? И в чем, так сказать, смысл? А смысл в том, что вы получаете то, что не имеет... Ты, возможно, оценить другой человек. Материал. Это так называемые муки. Но муки особые, муки творчества. И когда вы достигаете радости в творчестве, победы, это божественный дар. А что такое победа в творчестве? Победа, когда, так сказать, не вам рукоплещут, а вы просто-напросто отходите от холста, от рисунка и говоришь сам себе, получилось. Вот. Я помню, когда я работал с Володей Высоцким, вы знаете, я сделал 7 его пластинок, и мало кто знает, что каждую песню он перепевал. Я сидел в наушниках, потому что это профессиональная запись, я прошел полтора года, я прошел курсы, ну, как бы любителей оператора, звукооператоров, и он поет, и каждую песню он перепевал иногда по 5-6 раз. И как только когда что-то получалось... Он вытирал пот со лба и говорил, здесь я остаюсь, получилось. Все остальное смахивай. Вот, вот это и есть радость творчества. Вот. И она требует большой отдачи, концентрации. Большой отдачи феноменальной.